Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дар Риди, мы играем в приложение ВКонтакте, сегодня поиграем в игрушку «Приключения Федора». Ну что ж, давайте посмотрим, начать игру, как играть. Как играть? Главный герой — рыбка Федор, очень любит поесть вкусных червячков, но будьте внимательны, красные червяки безвредны, и скушав их, вы получаете 100 очков, но скушав зеленого, вы можете попасть на крючок. Подводные глубины дают тебе множество опасностей и сокровищ. Избегайте встречи с фиолетовой рыбкой. Опасная рыбка. Собирайте драгоценные камни, которые переносит краб. Переносит краб. Хорошо. Вашу ж мать. Пропустим. Так, начать заново. Зеленую рыбку нельзя, я же забываю. Так, красных можно собирать? Почему-то игрушка реально тормозит. Блин, у меня Far Cry 4 на мега настройках и то меньше тормозит, чем эта игрушка. Не знаю, с чем это связано, почему она так тормозит. Реально не оптимизирована. Почему она так тормозит? Разработчики, ну что вы делаете? Я даже не заметил, откуда она появилась. Где я? Твою ж мать. А, ну видно, зеленая рыбка с крючком, блин. Не было, хоп, появилась. Фак. Давайте не будем никого есть, мы не голодные. А, меня съели. Ладно, мне кажется, надо вверх-вниз бегать, тогда меня не съедят. Твою ж мать, меня все равно съели. Без разницы, что бы я ни делал, меня все равно съедают. А, блин. Разработчики, сделайте что-нибудь с игрой. Сделайте, чтобы игрушка не тормозила. Оптимизируйте как-нибудь, я не знаю. Ну, смотрите, она реально лагает. Я не могу, она плавно не притекает. Вот как он меня съел? Я же вроде увернулся от него. Может быть, это браузер, я не знаю. Виноват. Я на Mozilla играю, на Firefox. Оп-оп. 400 очков набрали, но уже лучше. Да что ты так тормозишь? Избежали? Ух ты, кристалл даже я. Даже кристалл взял. 1400 очков мы заработали. На этом, я думаю, обзор стоит завершить, потому что невозможно играть. Что-либо сделать невозможно. Ну, видимо, графон суперский, супер-пупер. Разработчики, видимо, очень много вложили в спецэффекты, и поэтому игрушка сильно тормозит. И в нее пока нет такого компьютера, на котором бы она не тормозила, наверное. Вот, надо года 2-3 подождать, пока будут более мощные компьютеры, и тогда в нее можно будет поиграть нормально. Ладно, это шутка, конечно же. Но почему-то лагает сильно, я не знаю. У меня другие, вот первая игрушка, у меня, я говорю, Far Cry 4 не лагает. Я не знаю, что еще. GTA 5 тоже не лагает. А вот эта игрушка лагает. Офигеть. Ладно, все, ребят, с вами был Дар Риди. Всем удачи, всем до скорого. Пока-пока.